Hello guys, мы Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders Remaster Edition. А, если просто стоит облок, а так у ворота. Короче, нас обвиняют в том, что мы начали войну, то, что в итоге мы погрузили мир в хаос. Кто его знает. Дать меч. Пожиратель хаоса, легендарный меч войны, также лишенный былой славы. Подземные клинки. Воздействие сил пожирателя хаоса вы можете поднять вокруг войны. Частокол клинков. Вы получили первую способность, нажмите И, чтобы увидеть все снаряжения. Так, выберите силу ярости или предмет. Данные. Назад, параметры. Как я узнаю, где 1, 2, 3? Так, живительный эликсир. Привязать. Что такое? Откуда я должен знать, что это? Так, это релей. Так тут тоже будет прокачка. Легендарный меч войны также лишенный былой славы. Удары. Так, у него будет еще два оружия, как мы видим. Плюс улучшение на каждое оружие. Также значки ярости, ХП и еще что-то. Shift. Пассивные способности 6 штук, вещи снаряжения 6 штук, запасы 8 и способности ярости 4. А, кузня. Улучшение легендарное. Shift. Как я понимаю, здесь будет типа коллектаблы. Неплохо. Окей. Души мертвых станут для тебя златом, ибо некоторых врагов проще подкупить, чем убить. Лявные деньги. Души. Души оборачивает тремя важными вещами. Золото, здоровье, ярость. Найди демона по имени Фульгрим. Его услуги немногим по карману, но вдруг ты преуспеешь. Совет нынче договаривается и с демонами? С начала войны некоторые из демонов попали у разрушителя. Фульгрим один из таких изгоев. И он давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Похоже, мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник! Я разъясню тебе основные правила. Пока все не закончится, ты пес на поводке. Я говорю лаять, ты лаешь. И если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы. Это ясно? Или мне разучить с тобой команду «Умри»? Хороший мальчик! Ну, лёгенько. Отель Серафима. Найди демона Вильгрима. А так тут, кстати, ничего больше нету, да? Ни описания, персонажей нет, ничего. Бестиарий. И вызвать наблюдателя.
Совет приказал тебе найти Вульгрима. Так ищи! Совет приказал тебе найти Вульгрима. Так ищи! Подожди, это люди? А. Что-то они как-то преобразовались, кажется, на Лёха. Стали какой-то нежитью. Вы можете схватиться за большинство поверхностей. Ага. А вот превьюшка. Кто это хотя бы? О, нас встречают! Обычные мертвяки. Война! Почему бы тебе не представиться? Интересно, сложные противники. Вау! Я могу либо отхилиться от них. Либо ничего не делать. Ага. Нам сразу представили еще одного противника, камикадзики. Свечение рукавицы. Рядом с предметами, которые можно использовать как двери или сундуки, рукавица войдет и начинает светиться, чтобы использовать ха-ха. А, стоп, так мне наверх, наоборот. Воу. Воу. Сейчас бахнет. Да иди ж ты, пошёл. Thank you.
Надо хилиться. Я не знаю, как-то слишком мало меня отхиливает. А хотя вон. Суперхилка. Где? Перемещение объектов. Почему E и R нельзя сделать одной кнопкой? Что мешает? Ничего убить. Просто даже такие бомжики, я их одолеть быстро не могу. Нереалистично. Либо в натуре у меня еще слабый меч просто, и поэтому я так долго их пинаю. Но искусственное затягивание — это не круто. Ребята тут порядки наводят, смотрю. Ай. А, так не объекты можно ломать. Неха. Кстати, столы, как я понял, надо тоже ломать, с них души падают. Из них больше падает, чем из обычных. Короче, ломаем всю мебель, что есть в игре. Тем больше душ, надо уничтожать мебель. Лифт. Лифт. Сохранить на второй сейф. Перекресток.
Ух, нифига там башня выросла. Долго ли я отсутствовал? По земным меркам? Что-то около столетия. А, достаточно долго, чтобы все людишки вымерли. Значит, третье царство погибло. 100 лет прошло, нифига себе. Заметил, как ты подкрался. Вот торговец. Совет наконец-то. А я почему-то на того подумал. Если так, то ты пришел не с пустыми руками. Иначе наш разговор будет короток. Еще совсем юных. Восхитительно. Ты хочешь узнать, что за сила стоит за тем, кто зовется разрушителем? Ты найдешь ответы, как и источник его силы, там. О, зачем так спешить умереть? Ты лишь тень себя прежнего, ты не продержишься и мгновения. Более того, путь к башне надежно укрыт демонической магией. Даже я его не вижу. А кто видит? Утоли мой голод, и я утолю твое любопытство. А вот и торгаш. Опа, сделка со смертью. Не играй со мной, всадник, принеси мне... Искатель кладов. А демонические безделушки указывают расположение всех сундуков поблизости. Души. Не играй со мной, всадник, принеси мне души. Так, ну... Так, подожди, я не могу... Это нижний этаж. Ага. Shift. А, смотрите, у нас будет город. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 локаций. Статистика. Всего убито, всего душ собрано. Нападение, фокус, это советы, да? Так, нет, сначала пойдем тогда туда, куда надо. Как видите, здесь получается нету, как во второй части RPG-системы, в плане очень дохера и много предметов. Слушайте, ну да, типа если 100 лет прошло. Тогда не удивите меня. Кто это? Блок. Ха-ха-ха.
Ай. А вороны все летают. Летают. То, что у каждого босса есть по несколько добиваний. Я буду все ящики открывать, независимо, что они дают. Даже я сюда смогу потом вернуться, получается. И как я могу понять? Так, там сундучок. А, походу он как раз мне вот эту дверь откроет. Что бы. А здесь, походу, можно будет взлететь. Лучше машину не бросаться. И не, без, ну, не целиться. Но вскидку так бросать, когда все. Потому что тоже выходит нормально. То есть, чтобы мне... Смотрите, у нас уже есть два места, которые я не знаю, что делать. Первое, это лед. Скорее всего, это будет центральное, так сказать, место, куда мы... откуда мы сможем с вами путешествовать. Как я понимаю. То есть, от этого места, вот центральное, лево и право.
типа лед куда-то проход. Короче, нам нужно лед уничтожить, это раз. Возможность цепляться или что типа того. И вон ветер. Отнеси душу Вульгрима. Нам хватит душ, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство? Не, сначала я дособираю все, что смогу. Так, плавание, катерлы, чтобы погрузить, пробел, чтобы плыть, левый альт, чтобы ускориться. Артефакт солдат. Эти древние знаками гражданских бойцов адские легионы за кровавые победы в дни последней битвы. Вульгрим будет рад получить их. Мне кажется, вот эти нарасты убить нельзя, но они меня смогут скинуть. Ну, либо что-то типа того. Ай, не та кнопка. О-о-о-о. КТРЛ. И плюс, как я понимаю, чтобы вот это сундуки все видеть, мне нужно что-то покупать, либо какую-то карту находить. Чтобы сюда попасть, мне надо разморозить там сундук. Здесь сундук. Здесь может быть какая-то секретка, кстати, если на ветру подняться. Сейчас ходим сюда. Вот видите, там какой-то порыв такого ветра. Да, словно можно забраться. Но мне нужны крылья. Ладно, пойдем сначала в дальнее здание. И что, без западни? Жалко, что он бегать просто не может. Хотя подожди, скакун. Может, у него скакун будет? Так, 870 душ. Mm-hmm.
Кстати, здесь, походу, есть какие-то условия. Я выполнил условия. А. Плохо. Что за условия выполнил? Все деревья должны быть повалены. Так, ну теперь идем к нему. Древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти ко взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. А может, я прокачаюсь? Вернуть горы. По пути тебе могут попасться предметы, обладающие для меня особенной ценностью. Любая вещь, любой осколок, все, что можно назвать артефактом легиона падших. Ривон. Искусственно вырезанный рог способен пробуждать древние врата. Нажмите H, чтобы использовать взятый в руки рог. Некоторые противники его звук сбить с ног. Оружейник. Эффект при использовании увеличения урона наносимого оружием. Погибель. Постоянно выбрасывает энергию ярости. Осколок ярости. Найдя 4 осколка, можно собрать сердце ярости, которое увеличит максимальный запас энергии. Сердце ярости. Увеличит максимальный запас энергии и ярости. Неизвестно. Война не может вести больше запасов. Бесконечное неистовство. Полностью восстанавливает запасы энергии ярости. Жительная эссенция, войди, вы можете нанести больше запас жизни. Полностью восстанавливает здоровье войны. А я только могу один носить, не умирающий. Получив смертный удар, война полностью восстанавливает запас здоровья и энергии ярости, чтобы... Let me know if I can help you. Чтобы это произошло, вещь должна использоваться. Так, пустые сосуды можно заполнить субстанцией с полезными свойствами, чтобы применить ее позже. Например, живительные эссенции, чтобы восстановить здоровье. То есть сосуд. Shift. Острие демона. Shift удар. Снизу вверх, способный подобросить врага и войну его противника. Рубящий удар в обратную сторону. Рубящий вокруг удар назад. Комбо смерч. Удар гор. Вот, кстати, это можно взять. Дела. Пробел и атака. Удар метеорит. Пробел, альт. Сильный удар. Апперкот мечом. Shift. Коса. Тяжелое изготовленное лезвие косы способно поразить нескольких врагов одним широким ударом. Коса жнеца. Легендарная коса смерти одним движением сможет по их убить несколько врагов. Как она приносит хозяину больше душ. О.
Интересно. Please take your time. Подземные клинки требуются за 10 силу пожертвований. При использовании расходов на энергию ярости. Каменная коша. Лотосовый становится крепче, снижая наносимый врагам урон и увеличивает эффективность удара войны. Жертва, недуг закрыта. Ну, слушайте, из этого я бы, наверное, косу купил. Ты проделал весь путь, чтобы зря тратить мое время. Обменять артефакт. Ульгрим достал для тебя кое-что новенькое. Можно, кстати, косу хотя бы эту купить. Достал для тебя кое-что новенькое. Ух. Коса жнеца, легендарная коса. Не в смерти. Альт и атака. Жнец. Клинок жнеца в воздухе. Пробил нажать и удерживать. Клинок жнеца. Это увеличивает требуемую косу второго уровня. Адская бритва. Вертикальный бросок косы с вращением. Неплохо, слушайте, интересно. Ну, я, наверное, косу, кстати, может куплю. Нет, из этого пока что мне желательно купить по оружию. Это рывок вперед. Сильный удар, сильный левый и удар. Please take your time. О, пробел. Левый альт. Позволяет войне совершить рывок в воздухе. Ты слишком давишь на меня, всадник. Интересненько, интересненько. Приветствую. Так, а ну-ка. Так, полетели. Захоронные вещи. Выбрать, применить. Единицы. А, подожди, так у меня есть этот. А можно не привязывать? Жнец, получено достижение. Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Разрушитель? Да, мы скованы его властью, хотя и остаемся его врагами, и потому его врагов зовем друзьями. Проходи, друг. Победу должен принести, свободу должен добыть. И куда он уходит? Просто интересно. Если таковы врата, то мне не терпится увидеть, что за ними. Далеко он ушел. Ну, понимаете, меч быстрый. Хотя это и не сказал, что и коса медленная. Я думаю, накопить лучше косу, пособирать ништяки. И в натуре купить на косу ништяки. Типа... А, вон, видите, еще одна черная хрень, на которую я могу подлететь.
Два. Коса. Информация. Тяжелое изготовленное лезвие косы способно поразить несколько врагов одним широким ударом. И все, да? Данное. Сейвимся. Принять. Тысяч надо. А, то есть я могу сразу кидать его? Как только сделаю серию ударов. А. Так, мне надо туда, значит логично, что я поплыву. Ну, а так я могу в воде драться еще. Как я понимаю, здесь 500 душ. Осколка мне жизни. Надеюсь, 4 осколка можно добрать. Камень жизни, который увеличит максимальный запас здоровья. Данная. Косой чуть-чуть полегче. Да, здесь надо либо полет, либо что-то в таком духе. Либо просто прыгнуть. Принц? Блин, я не знаю, хватит мне двойного прыжка, кстати. Ну, я рывок, кстати, вкачал. Да какого черта он не прыгает? Мне тут надо как-то способность. Какой умный, да? Артефакт солдат. Да, слушайте, рывок то хорошая вещь. Да, здесь я навряд ли долечу. Ну ладно.
Да, коса прикольная. Будем косить. Полчища врагов. Да, здесь только нужно зацепиться, а я так не долечу. Хотя... Не, я за эту палку не смогу долететь. А я бы на самом деле подумал, но... Скорее всего, не получится. Скорее всего, не получится. Подожди, а это что? Это я типа меч прокачу? О, интересно. Типа, чем я больше воспользуюсь оружием, оно качается. Горящие виселицы. Блин, машину значит то, что... Бля, это походу арена. Пожиратель хаоса стал сильнее. Пожиратель хаоса переполнен энергией, его разрушающая мощь растет. Да, все-таки я был прав. Качаем оружие и прокачивается все. Стоп, я уже в другой локации. А, я уже по локации перекинулся. Ох. То есть и косу ту... Блин, подожди, а это тоже будет коса? Или если я за 5000 косу куплю, она просто... Блин, не знаю, кстати. Можно пробовать. Ну, туда логично я не смогу попасть. Блин, может мне пометки, кстати, тоже делать. Я просто куда-то иду. Может, мне в центр надо?
еще одно место, которое нужно разморозить. Так, логово Вульгрима. В хронике занесено новое логово Вульгрима. Чем скромный торговец может тебе помочь? Прощай, еще увидимся. Осколок ярости. Надеюсь, 4 осколка можно собрать в сердце ярости, которое увеличит максимальный запас энергии. Ну блин, такой, чтобы в натуре косу прокачать. Вот видите, оно как-то прыгает. Так, 1000 есть. 1000 есть. Так, данные сохранить. Потому что я уничтожаю много этих мелких предметов. Кстати, я забываю пробел нажимать. Если на то пошло. Мужик с топором. Ты убил многих моих воинов. Настоящих воинов среди них не было. На привет. Знаешь ли ты, кто заточен здесь? Есть те, кого стоит бояться даже тебе, всадник. Раньше ты был силен, но теперь ты слаб, а еще ты одинок. Разрушитель знает о том, что ты идешь. Он уже собирает против тебя свои легионы. Тогда почему ты дрожишь? Пока мы не начали. Подожди. Коса прокачивается, но очень медленно. Ага. А, это сколько их всего только будет? Или что? А, подожди, это... Всего солдатиков, которые можно будет обменять. Смотри в оба, да какого черта? Или мне тебя заставить? О, это уж неудобно. Тебя
Ай. Да какого ж ты делаешь? Победа! Наша! Понимаете, неудобно нажимать контролы и способность. Ты убил многих моих. Почему нельзя было сделать наоборот? Лол. Да какого черта? Надеюсь, касса прокачалась хоть немного. Как я понимаю, это одна статуя из всех главарей запустилась. А нет. Сюда! Сохраняемся. Битвы с боссом, кстати, не такие уж легкие. Ну а этого просто я сбить не мог. Подожди, подожди, насколько прокачалась коса? Ебать, она качается полжигода. Всего-то одна горгулья, изрыгающая кровь. Наверное, кровепровод засорился. Будем копить на 5000. 5000 накопим с вами. Война! Решил стать моим палачом? Тогда тебе нужно было прийти с братьями.
Не тебя я хочу убить, Самаэль. Значит, разрушителя. Тебя он не по зубам. Здорово, вторая часть. Да и мне тоже. Тюрьма сделала из тебя труса. Может, способ и есть. Но тебе придется попасть внутрь цитадели разрушителя. Башню стерегут четверо его приближенных. Принеси мне их сердца. И не задавай вопросов о том, почему я решил тебе помочь. Где же найти этих сторожей? Начнем с сумрачного собора, где свила себе гнездо Тиамат, королева всех летучих мышей. Все ее владения — изгарное пекло. Пешком ты туда не доберешься. Найди возвышенность и используй это. Принеси мне еще бьющееся сердце. Побег. Полет среди теней. Война может планировать на этих сверхъестественных крыльях. Выполняя двойной прыжок, нажимайте удерживать пробел, чтобы использовать это умение. Чтобы подняться высоко в воздухе, найдите поток теней. Прыжок через бездну. Кстати, а как мне эссенцию жизни восстановить? А, найс, враги восстановили? А, нет, это на другой стороне. Найс, враги восстановились. Ну, да, можно так сказать. Есть ли способ быстрой прокачки оружия? Ну да, враги восстановлены, но я смотрю частично. Нифига себе, наконец-то хпшку часть получил. Можем, если хотите, вернемся с самого начала. Не очень в натуре удобно, чтобы удерживать ктерлы. Почему нельзя просто было сделать на переключение? Hmm.
Нет, в принципе. Не все так печально. Если я хочу хпшку, то придется этим воспользоваться. Самаэль не разорвал тебя на части. Понравился. Так, ну, вроде бы я все, себе хпшку восстановил. Ладненько. Давайте тогда думаю, что... Если... Я почему-то думал, что я смогу лететь сразу. Фантомная лампа. Это дух, на самом деле, лампы. Настольный. Дух настольной лампы. Конечно, из таких бомбочек можно хп поостанавливать. И все. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы улучшить косу? Ярость медленно восстанавливается, кстати. Вот, видите? Оно как бы срывает, как словно сенсор срывает. Пиздец происходит. А, оно только хп мне дает. А, только добивание мне дает ярость. Вы очки, заполните мне ярость. Не заполнили мне ярость. Что у нас там? Послушайте, косу почти прокачали на один этап.
Будем в основном косу использовать. Я хочу косу замаксить. Потому что она бьет по ауе, а меч в основном по одной цели. Но меч быстро. Ладненько, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.